постоянно выгоняю с курятника молодых курочек вот таким вот образом. На улицу, на улицу, на улицу, на улицу. Они опять заходят. Я каждый раз захожу в курятник и опять их выгоняю на улицу. На улицу. На улицу давай, на улицу. На улицу. Сейчас я выйду на улицу и посмотрим, как они гуляют. А гуляют они очень интересно, потому что они всего боятся, и движение у них такое резкое получается. Сейчас посмотрим. Они не выходят на прогулку, а сидят там, в этом вольере, смотрят через открытую дверь, но не выходят. И так вот группируются. Это, можно сказать, первая прогулка у них. Вот на самом деле первая. Вот такие вот резкие движения, бегут, резко останавливаются, могут полетать в воздухе с поворотом. Вот они на меня смотрят, могут даже выйти. Вот я хочу, чтобы они вот сюда вышли. Сейчас поближе к ним подойду, посмотрю, что они тут делают, эти курочки. Курочка, которая тряслась постоянно, мы отвезли обратно, сдали, и взамен уже такого возраста мы не взяли, а взяли 3,5. Эти вот 4,5, а мы взяли 3,5. Она такая маленькая и пищит, как птенчик. Посмотрите, они какие подвижные. И уже не боятся друг друга, а также не боятся и меня. Возле меня ходят. Очень интересные вот эти вот молодые курочки. Посмотрите, шеи вытягивают. И кто из них окажется сильней? Посмотрите, прямо рядом возле меня ходят. Раньше такого не было. Как они росли там, непонятно. А теперь будут расти волей. Воля у них будет здесь. Посмотрите, как они ходят. Кушают, скребут, перемещаются, смотрят, знакомятся с этим помещением. Если что-то им будет страшно, они вот таким вот образом вытягивают голову вместе с шеей. Вот смотрите, одна полежала. Вон опять, вот, вон он, смотрите, лежит. Даже лапки вверх подняла. Они какие веселые. Купаются в солнечных лучах. Песок льют. Вот эти две интересно встретились, как-то смешно. Клюв к клюву. Смотрите, как они ходят, интересно. Наблюдать за молодыми курочками очень интересно. Они какие-то потешные. Все им интересно. Все им нужно попробовать в клюве опознать что-то. А что-то съесть, если бы интересное будет. Он как голову поднял, вот смотрите. Смотрите, нагнулась и смотрит туда вверх каким-то образом. Смотрите, вот какая интересная. И смотрит на крышу. Ей это интересно. Смотрите, опять какая интересная. Ну что, остановились? А, курочки? Интересно, если бы я потрогаю вот эту курочку, она убежит или нет?